Здравствуйте, ребята! Приветствуем вас в нашей творческой мастерской. И сегодня мы с вами сделаем закладку для книги «Облачко». Для этого нам понадобятся заготовки из цветной бумаги, клей и черная гелевая ручка. Приступим. Берем заготовку из цветной бумаги в форме квадрата, складываем напополам, берем один верхний уголок и его складываем к серединке. Теперь берем крайние два уголка и складываем их вот таким образом. Теперь наши вот эти уголки прячем в кармашек образовавшийся. Чтобы придать нашей закладке форму облачка, рисуем на обратной стороне облачко при помощи гелевой ручки. И вырезаем. Боковины мы не прорезаем до конца, чтобы наша закладка держалась. Теперь нарисуем лицо нашей облачки, глазки и улыбку. Затем берем разноцветные заготовки из цветной бумаги и приклеиваем вовнутрь нашей закладки. Их может быть больше, меньше, разной длины и разного цвета. Теперь подровняем наши разноцветные полоски, чтобы они были ровные, красивые. Вот и все. Наша закладка готова. Попробуйте и вы. Я уверена, у вас получится еще лучше. До новых встреч!